Мы говорим о том, что вакцинация поможет предотвратить вот эти осложнения у наших пациентов, и вакцинация поможет избежать тяжелых летальных исходов о заболевании, если даже пациент заболеет COVID-19. Когда говорят о том, что вакцинация способствует заболеванию, это неправда. Если пациент после вакцинации заболел, то, скорее всего, он был инфицирован на тот момент и имел контакт с вирусом. Потому что в любом случае, даже если пациент заболевает на фоне прививки, то последствия от прививки, они длятся всего лишь 1-2 дня. А заболевание проявляется через какое-то промежуток времени, через несколько дней как минимум. То есть это может быть контакт с вирусом другой.